Музыка всюду, улыбки и смех. Скоро школы откроют двери для всех. И не грустите, девчонки, мальчишки, по играм, затеям и сказочным книжкам. Со школьной жизни все начинается. На планету знаний мы отправляемся! Совсем скоро 1 сентября. Во всех школах прозвучат первые звонки. Начнется новый учебный год. И вчерашние малыши, а теперь первоклассники, торжественно войдут в свои учебные классы. Юным жителям нашего города Красноармейск посвящается этот праздник. Взрослые очень постарались, чтобы первый школьный день стал для вас самым радостным и счастливым. Чтобы у каждого первоклассника был новый ранец с тетрадками и ручками, учебниками и линейками. И перед путешествием на планету знаний с напутственной речью к вам обращается начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Павел Вячеславович Гурьев. Дорогие наши первоклассники, уже скоро, буквально послезавтра, вы пойдете в школу. Поэтому в преддверии такого большого праздника для вас, в общем-то, для вас это большой праздник, решите вам пожелать хороших оценок, чтобы вам в школе было интересно, весело. И, конечно, не огорчай своих пап и мам, бабушек и дедушек. Ну и что ж, давайте мы перейдем к самому приятному. Это вручение ранцев нашим первоклассникам. Итак, Кудряшова Александра Анатольевна. Где у нас Александра? Сашенька, где у нас Кудряшова? Она идет. Поаплодируйте ей. Беликова Наталья Дмитриевна. Вот, пожалуйста. Смаглий Артем Павлович. Андрей Александрович. Балуева Мария Сергеевна. Похлопайте, похлопайте, поаплодируйте. Базыма Алена Николаевна. Ваши аплодисменты и такой подарок. Михеев Семен Павлович. Где у нас Семен? Вот он, Семен. Аплодисменты не смолкают, не смолкают. Ковалева Ангелина Игоревна. Вот она идет, ваши аплодисменты ей. Уленкова Юлия Владимировна. Колесников Илья Александрович. Синицына Дарина Игоревна. Шамонин Никита Владимирович. Где у нас Никитка? Выходи, аплодисменты. Одевай, одевай. Рудая Виктория Александровна. Ваши аплодисменты, похлопайте ей. Парфёненко Денис Александрович.
Кривицкого Ксения Александровна. Шалыгина Карина Романовна. Будков Алексей Иванович. Веселова Виктория Евгеньевна. Пресняков Илья Михайлович. Мясников Захар Николаевич. Кишмирзаев Ибрагим Акрамович. Чернова Ульяна Андреевна. Князев Лев Игоревич. Вы готовы отправиться в путешествие «Планета знаний»? Да! А какие вы молодцы! У меня есть для вас приятная новость. Я получил телеграмму от моего лучшего друга-профессора всешкольных наук, грамматики Умовны Знайкиной. Она будет у нас с минуты на минуту! Ты меня не ждал? Это моя самая полевая удобная одежда. Ездить по всей планете с острова Мадагаскар. Я домчалась на своем мотоцикле прямо к вам. Ну что, вы рады с нами отправиться дальше? Да! Познакомиться, да, с науками, которые присутствуют на нашей планете? Да! Ну что ж, у меня есть целый список заданий для наших юных звездочек планеты. Итак, друзья мои. Но нам необходимо усвоить несколько школьных правил. Конечно! Итак, это первое задание — приветствие. Итак, приветствие. А ну-ка расскажите мне, как надо приветствовать друг друга? Здравствуйте! Здравствуйте, это что, поклон? Нет. А что? Здравствуйте, это слово? Да. Ну, а чего вы так задумались-то? Конечно, это слово! Друзья мои, но если вы, придя в школу, каждому будете кричать «Здравствуйте!», так уроки все закончатся. Поэтому есть определенное правило, когда вы находитесь в классе и приходит к вам учитель, нужно будет встать ровно, ручки по швам рядом со своими бандами. Это будет приветствие, ну-ка давайте потренируемся. Раз, два, три, приветствуем! Так. Здравствуйте. Так, молодцы, дети, а родители у нас умеют? Да. Так, а вы обучали своих детей приветствуем, как в школе? А ну-ка давайте посмотрим на родителей, как родители будут приветствовать учителей и вас после уроков. Раз, два, три. Вы учитесь, у них, между прочим, 11 классов за спиной. И, наверное, еще много-много институтов и всяких-всяких жизненных наук. Ну что, давайте поаплодируем себе, родители себе, и теперь все вместе друг другу. Прекрасно. Ну что ж, тогда можно смело отправляться на планету знаний в путь. И поможет нам в этом участница коллектива. А знаете какого? Это коллектив «Не детское время» Полисонова Василиса. Поет она для вас песню «Волшебник не научка». Пойдем.
думаю, вы получили заряд бодрости, можно смело отправляться на планету знаний. Но правила мы уже знаем, а смогут ли они справиться с заданиями, которые мы им предложим? Надо проверить. Ну что ж, готовы? Да! Не слышала. Да! Отлично. Вот настроение вам, нет? Да! Вот это настроение сейчас даст еще одна артистка. А зовут ее? Как ее зовут? Зовут ее Ксения Русакова. И споет она песню про жителя, который живет на нашей планете. Мистер Жук, музыкальная планета. Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы так, мистер Жук большой чудак. Прямо честно и открыто вечером поставит. Мистер Жук большой чудак. Я сказал бы вам спасибо, но простите, слишком гордо. С детских лет признаюсь вам, все привык я делать сам. Ползать сам и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться. Все привык я делать сам. Теперь нам нужно встать по порядку. Какая первая цифра? Один. Встаем. А ты пока на своем месте. Ой, молодец. Вторая цифра. Два. Третья. Три. Четвертая. Три. Где четыре? Вот она. Следующая. Пять. Пять. Следующая. Шесть. Следующая. Семь. А еще? Нам изучать раздел грамматики, я хочу пригласить еще одну нашу артистку. Она уже перешла в третий класс и расскажет она нам стихотворение Бориса Захадера «Буква Я». Участница коллектива театрально-сценического творчества Аполлинария Грищенкова. Всем известно, буква Я в азбуке последняя. А известно ли кому, от чего и почему? Неизвестно? Неизвестно. Интересно? Интересно. Ну так слушайте рассказ. Жили в азбуке у нас буквы. Жили, не то жили, потому что все дружили. Где никто не ссорится, там и дело спорится. Только раз все дело стало из-за страшного скандала. Буква Я не встала, взбунтовалась буква Я. Я сказала, буква Я, главное за главное. Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Я, ребята, виновата, признаю вину свою. Я согласна сзади, ребята, даже сзади буквы Ю. Что ж, решил весь алфавит, если хочет, путь стоит. Дело ведь совсем не вместе. Дело в том, что все мы вместе. В том, что все от А до Я жили как одна семья. Но советуем, друзья, помнить место буквы Я. Вот такая история с буквы Я. Запомните, друзья, буква Я стоит в конце алфавита. А? З кто? Вам нужно будет... Повернули голову налево. Видите кубики? Каждый ищет свою букву и встает вот в такой же ряд.
Считаем все вместе. Раз, два. Всех первоклашек пройти к нам сюда, идите к нам на сюда. Общую фотографию.